Всем привет, мои хорошие. У нас субботнее утро. Муж готовил завтрак. В субботу обычно он накрывает на стол. Сразу видно, да? Пустые. Нету оливок. Колбасу хотя бы нарезал. Это наша дагестанская колбаса. Оттуда привозила. Нарезал только помидор. Огурец попросила следом. Салфетки закончились. Зато кусок масла шмакнул. Вот. И он жарил яичницу. Вот. Чай. Зули нет. Она ушла куда-то завтракать. Каждую субботу она всегда где-то завтракает. У нее уже традиция. Всем приятного аппетита. А дети, дети. Сейчас покажу, что делают дети. Едят огурец. Не-не-не, я не снимаю тебя, не снимаю. Не снимаю, солнышко, там у нас спит папа. Всем привет, мои хорошие. Только что уложила деток, накормила Зехрашку кашей. Она пока ела, уснула на стульчике. Поставила себе чай, буду пить чай. Так, это нужно помыть бутылочки за детками. Это йогурт, который я им дам, когда они проснутся. Так, кстати, малину надо достать. Я буду давать сегодня йогурт с малиной. Только где у меня малина? А, вот она. Вот она. Это все заготовки, кстати, моя свекровь приносит. Моего здесь ничего нет, наверное, то, что я готовила. Так, по поводу свежей малины, меня спрашивали, нет ли в Измире свежей малины, не бывает ли. Бывает очень редко, я практически не видела. У нас на рынке ни разу не было, но в шаговой доступности найти малину очень-очень-очень сложно. Наверное, в Стамбуле с этим проще, но вот в Измире как-то вот у нас не сложились отношения с малиной. Буквально несколько ягод разморозим, пока детки проснутся. И добавлю еще немножко бананов для сладости. Брали мы эту малину в Метро. В принципе, написано. Так. Сейчас закипит мой чайник. Попью чай. Вот и я. Тетя Мотя. Сделала сегодня косичку на бок. Очень удобно детям, кстати, ее дергать, когда она на боку. Вообще удобно дергать. Вот. Нужно собрать немножко игрушки, привести порядок в дом. Ну, так, в принципе, нормально. Все. Вчера получила вот эти вот звездочки. Я в интернете, в Фейсбуке у девочек спрашивала, местные, которые здесь в Турции живут, можно ли приобрести такие в Турции. Мне одна девочка скинула ссылку, но там они были... По 90 с чем-то лир, по-моему. По 90 лир, да? Это где-то 1000 рублей такая вот бутылочка. Но это, конечно, издевательство. Я их по 300 рублей покупала. И откликнулась девушка из Анкары, которая покупала своей дочери. Заказывала из Америки эти баночки. И дочь перестала их есть. У нее осталось 4 штуки. И вот все 4 она мне отправила. По 50 лир я их купила. Вот. Ну, почти в 2 раза дешевле. Теперь я вам покажу, как малыши спят в одной комнате. Это дневной сон у них. Оба одеяла у него. Зехрашка не укрывается вообще. Она просыпается сразу, если ее накрыть, орет. Вот так. Вот так и спит.
мамы время отдохнуть. Или поспать. Ну, отдохнуть это считается. Вот привести порядок. Порядок все вокруг. Сделать мелкие делишки. Это называется отдохнуть. Продолжаем дальше. Я не знаю, что у меня в последнее время с моим телефоном. Хотя памяти очень много на моем телефоне свободно. Я удалила все фотографии с телефона. Я о старом телефоне говорю. Удалила, перенесла их на ноутбук. Освободила огромное количество места памяти, и все равно, когда я записываю видео, мне пишут, что недостаточно места, я не знаю, у меня нет времени этим всем заниматься, вдаваться в подробности, и как-то так приходится справляться. Так, идем дальше. Следующий вопрос задает Валентина Григорьева. Изменилось ли ваше отношение к мужу, когда он стал отцом ваших детей? И хотелось бы узнать, изменилось ли у мужа отношение к вам, как к матери его детей. Сразу скажу по поводу второй части вопроса, я не смогу ответить, потому что это нужно спрашивать у мужа. Первое. Конечно же, у меня изменилось отношение к мужу, когда он стал отцом. Я стала более требовательной, потому что раньше нас было всего двое. Только за себя переживаешь, и в крайнем случае со супругой, и все. А сейчас нас четверо, и мне нужно думать о своих детях, о наших совместных детях. Нужно думать в первую очередь о них, о их будущем, о их настоящем, о их будущем и так далее. Поэтому я стала очень требовательна. Я стала спрашивать у него, задавать те вопросы, которые раньше никогда не задавала. Он порой удивляется, ему это непривычно. Первое время вообще было непривычно, когда я это все начала спрашивать. И мне приходилось объяснять, почему я это делаю. Ну, как бы, знаете, когда вас двое, точнее, муж и жена, вы вдвоем живете, муж ушел на работу, вечером может задержаться, у него, может быть, какие-то дела после работы, может, какие-то планы, там, футбол посмотреть с друзьями и так далее, может, еще что-то. Всякое бывало. Я никогда к нему не звонила, не спрашивала, где он, что он, когда он придет. Сейчас же, если он задерживается хотя бы на полчаса, я к нему звоню, спрашиваю, где он. Это не от того, что мне так скучно, я хочу его видеть возле себя. Нет. Я спрашиваю потому, что вечером у нас время ограничено, детей где-то в 10-11 нужно укладывать. И получается, вечером они папу где-то с 7-8 часов вечера, вот это вот до 10, до 11, вот эти вот 3-4 часа, которые папа может провести с детьми. Вот это время должны дети видеть папу. Поэтому я звоню и спрашиваю, где ты, дорогой, бегом домой. Ему приходится давать отчет. Он к этому, ну, в наших отношениях это что-то новое, такого не было. Я стала ворчливой, да. Обращаешь внимание на вещи, на которые раньше не то, что не обращала внимания, которые тебя раньше вообще не волновали. Есть такое. С рождением детей женщина меняется, потому что несешь ответственность не только за себя, по-другому быть и не может. Говорить, что с рождением детей наша жизнь вообще не изменилась, это ложь. Меняется жизнь, еще как меняется. Просто нужно смотреть на это как-то под правильным углом, наверное. Не воспринимать все же таки. Меня в одно время прям просто раздражали все его привычки, на которые я раньше просто закрывала глаза. Было и такое. Было, да. Ну что делать? Что делать? Это такова жизнь, нужно как-то протираться друг к другу. Я же говорю, были вещи, на которые ты вообще никогда не замечала, а сейчас вот прямо вот обращаешь внимание, и для тебя это кажется чуть ли не такой проблемой. Да, изменилось отношение. Но это неплохо, это даже, наверное, с одной стороны хорошо, когда ты по-другому начинаешь видеть, по-другому начинаешь смотреть на человека, с которым живешь. Не зря же говорят, после рождения детей проверяется отношение мужа и жены. Первый год, по-моему, да? Не знаю, первый год или два, какой-то там промежуток времени проверяется. Вот так вот. Идем дальше. Следующий вопрос. Что там у нас? Всем привет! Мы сейчас будем кушать рыбный супчик. Рыбный супчик я готовлю детям где-то раз в неделю. Вот как Фатима начинает что-то снимать, так сразу вертолеты, самолеты, грузовики, всякие тракторы. Все проезжает. Все, проехал. Давай, Симуля, покажем, как мы любим рыбный супчик.
Так, подули. Ты что, столько хлеба поел? Давай быстрее глотай. Он смотрит песенки, слушает, точнее, из советских мультфильмов. Давай, только в ротик дай, маме. Много хлеба ты съел. Давай. Вот так. Рыбный супчик мы любим. О, не упала, не упала, ты положил. Вот так, молодец. Вихрашка с папой. Сейчас поедим и пойдем гулять. Да, мамине солнышко? Гулять пойдешь? Так. Вот так. Вот так мы едим. Давай сперва супчик, потом хлеб. Давай, солнышко, потом хлебушек. Ну зачем ты хлеб поел? Пока, если во рту что-то есть? Молодец. Ты молодец? Ты молодец, да, Жиман? Это твой хлеб. Это кто там? Смотри, кто там? Там кто такой красивый мальчик? Это кто такой красивый мальчик? Это Аслан, да? Это Аслан, да. Самый красивый мальчик, да? Уйду? Ну, я пью. Что ты делаешь? Ну, папа тоже пришел. На. Аслан, не надо столько хлеба. Это много, солнышко. Ты много хлеба взял. Сейчас будешь полчаса его жевать. Вот так вот мы и живем. У нас время вечерней прогулки. Качели. Зихрашка еще не ложилась, она щипать хочет. А Аслан только проснулся. Зихра, ты спать хочешь, солнышко? Там папа. Она за папой следит. Аслан, ты что такой серьезный? Папа, да, вон папа. Сейчас папа подойдет. Опась! 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 Аслан, солнышко, сегодня вообще такой серьезный. За чужими мечами так наблюдает он, у самого дома несколько и особо не играет, а вот чужое все интересно. Наш папа спортом занимается, я тебя умоляю. Дома тренажер стоит, этот здесь спортом занимается. Изя, вот наша Изя тоже здесь. Мы ее кормим, поэтому она нас любит. А, за бабочкой побежал. Она за бабочкой, а Аслан за ней. Аслан сегодня на горке так залезал сам и спускался. У меня сердце останавливалось. Авгав, сейчас пойдем, Авгав тоже посмотрим. Авгав это собака. Кися что делает, Аслан? Что делает Кися? Лежит, да, Кися? Кися травку жует. Вот так надо делать, вот так. Да, Кися. 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 Бить нельзя. Кися. Вот так надо делать. Сенсевим, Сенкеделер? Не трогай. Нельзя девочку трогать. Кися. Вот так, Аслан, кися, кися, кися. Осторожно. Осторожно, маме. Пойдем посмотрим, где собачка. Гав-гав, посмотрим. Ай, там папа тоже с Зихрашкой. Пойдем посмотрим, где гав-гав. Пойдем. Аслан, пойдем гав-гав посмотрим. Идем гав-гав посмотрим, где гав-гав.